Предварительные итоги исследования озвучены на открытии в Ульяновске пространства коллективной работы «Точка кипения». Напомним, Всемирный банк разработал специальную методику определения готовности регионов к реализации проектов цифровой экономики. Поэтому с организацией было заключено специальное соглашение. Согласно документам, федеральные эксперты должны были определить уровень человеческого капитала, а также использование цифровых технологий в госуправлении и бизнесе. Мы не обольщаемся тем, что у нас будут высокие оценки, потому что если инфраструктурно у нас готово, нормативно мы готовы, то нельзя сказать, что органы власти на сегодняшний день и органы местного самоуправления очень далеко продвинулись в данном направлении. Первые итоги стали известны уже через полтора месяца. Были определены значения многочисленных показателей, влияющих на развитие цифровой экономики региона, и даны сравнения с общероссийскими значениями. Как отмечают эксперты Всемирного банка, Ульяновску необходимо развивать те сильные стороны, которые отличают его от остальных субъектов страны. К таковым относится очень хороший уровень развития компетенций вашего цифрового сектора экономики, прежде всего IT-индустрии. И это то, чему и правительство Ульяновской области уделяет большое внимание, и то, что мы как раз отметили, когда проводили такое исследование. До конца года специалисты международной организации сделают окончательные выводы.